вечер, уважаемые дамы и господа! Торжественно отзвучала увертюра из оперетты «Летучая мышь», и мы рады приветствовать вас на большой праздничной программе «Штраус-гала». Этот вечер нам сегодня дарит Ульяновский государственный академический симфонический оркестр губернаторский и главный дирижер оркестра Эдуард Дядюра. Друзья, а вы когда-нибудь хотели бы попасть в атмосферу роскошного венского бала? Утонуть в блистательных танцевальных мелодиях великой династии Штраусов, испытать настоящий фейерверк чувств и эмоций от этих шедевров, этих музыкальных гениев, имена которых давно уже стали синонимом новогодних праздников. Для вас звучит вальс Иоганна Штрауса «Вино, женщины и песни». Thank you.
дорогие друзья, а вот и первая музыкальная шутка на нашем балу. Для вас звучит «Шампань-полька». На нашем балу сменяющие друг друга танцы. И вот уже где-то вдали слышны фанфары труппы звучания кастаньет, передающие колорит самой Испании. А это значит, наш праздничный бал продолжает испанский марш. Thank you.
Марш уступает место новому бальному танцу, который пришел к нам прямиком из Богемии. И это, конечно же, полька. Существует легенда, что этот чешский народный танец придумала сельская девушка по имени Анна. Она услышала народную песню, и ей не просто захотелось танцевать, а бежать припрыжку. Именно так появились характерные для польки прыгучие шаги, отличающие этот танец от всех остальных танцев. Итак, дорогие друзья, теперь пришло время усладить и наш слух радостной полькой в Павловском лесу. Thank you.
продолжается, и все гости с нетерпением ждут самый главный бальный танец, коим, безусловно, является вальс. Именно вальс может закружить вихрем, именно вальс может подружить незнакомых людей. Ведь то, что человек не решается сказать словами, за него может сделать музыка, и в этой музыке рождается любовь. Дорогие друзья, для вас звучит королевский вальс. Thank you.
Иоганн Штраус, знаменитая полька «Анна». Иногда на балах, особенно если это бал-маскарад, происходят курьезные ситуации, ведь распознать, кто скрывается под той или иной маской, иногда бывает крайне сложно. Там может быть и простая горничная, а может быть и сама баронесса. Однажды такая ситуация произошла и с девушкой по имени Адель, главной героиней оперетты «Летучая мышь». И сейчас мы с вами услышим куплеты Адели, которые она таки исполняет на самом бале-маскараде.
солистка Маргарита Долгоненкова. Наш праздничный бал продолжает вальс «Жизнь артиста». Thank you.
Государственный академический симфонический оркестр губернаторский. Главный дирижер оркестра Эдуард Дядюра. Череда танцев увлекает все новых и новых гостей. И вот уже все участники, разбившись по парам, танцуют под быструю польку «Да здравствует Венгрия!». Звучит вальс «Венская кровь». Thank you.
веселая полька «Трик-трак». Вальсов Иоганна Штрауса, вальс «Весенние голоса». Thank you.
только на охоте. Thank you.
дорогие друзья, для вас звучит вальс на прекрасном голубом Дунае.